Приветствую вас, друзья. Видео о мини-пиле. Появился такой инструмент. Есть плюсы и минусы. Заходите на канал, смотрите. Ремонт, обслуживание. Видео будет о цепи. Я снял крышку. Обязательно отсоединяйте батарею, потому что кнопки защиты нету в данной модели. Отрежет пальцы сразу. Так, цепь. Можно приобрести новую за 4 доллара примерно. А можно наточить старую попробовать. Сейчас будем учиться. Сам никогда этого не делал. Дело в том, что точильные камни под большой шаг цепи. И цепь гораздо крупнее на бензопилах. Если вы отдадите в мастерскую, я думаю, они вам ее быстренько испортят. Просто-напросто ее за одну-две заточки просто уничтожат. Простой шайбой алюминиевой прикрутил, чтобы шина держалась и было видно, как бы, да. Натянул, чтобы вращалась. По-хорошему надо бы как бы заметить. На взрослых цепях есть где-то место, где нет одного зуба. От него как бы и отталкивается. Здесь такого не вижу я, по-моему. Берем советский надфиль. Круглый. Под таким углом начинаем точить. Вручную неудобно. Берем тисочки, реечки, чтобы шину не повредить. Цепь свободно двигается. Она натянута, но двигается. Затягиваем. Это будет понадежнее уже. Берем наш надфиль. Стараемся соблюдать угол. Как бы желательно в одну сторону. Ну что я вам скажу, точит. И так через один зуб. Можно немножко подправить. Большой напильник не очень подойдет, у него диаметр больше. А этот как раз вот надфилек круглый. Как раз четко подходит. И при такой заточке не портится основная цепь. То есть вот эти ролики, пластинки не изнашиваются. А при заточке кругом прорезается вот здесь часть. Чем повреждается. В этой пиле не настолько много зубьев. Вот я уже вижу, что я уже этот точил. Уже я прошел по кругу. Сейчас еще проверю. Да, уже одну сторону я наточил. Как видим, сколько тут времени прошло. Не так уж и много. Теперь надо развернуть всю нашу конструкцию и повторить процедуру на противоположных зубьев под другим углом, соответственно. Прошел я вторую сторону. Это, скорее всего, не полноценная заточка, правка. Но тем не менее. Это лучше, чем ничего.
потому что чем тупее цепь, тем сильнее нагрузка на двигатель, тем быстрее садится аккумулятор. Разбираем нашу конструкцию. И можно ставить назад крышку. Цепь сильно натянута, ее надо немножко отпустить. Чтоб примерно на ползуба выходило. Вот так. И затягиваем. Подключаем батарею, производим смазку. Дерево у нас орех, сырой, но мороженый. Сильно не давлю, потому что уже двигатель я заменил. Мотор не родной, я его еще испытываю. Ну, как видим, работает. Чем чаще я это буду делать, тем я, думаю, быстрее научусь. На этом, друзья, будем прощаться. Всем удачи, всем пока.